Без обработок это звучит вот так. Ну, а с обработками поинтереснее. Привет! Можно ли назвать «Большие куртки» альбомом года? Это сложный вопрос, однако его точно можно назвать самым насыщенным альбомом 2024-го, потому что на нем уживается как 808-й, разваливающий все остальные звуки в треке, так и музло, вдохновленное Crystal Castles и Radiohead. И тут хейтер мог бы сказать, что он ничего не придумал, а просто скрестил Гризельду с Майком Дином. Но ведь главное, что это качает. А почему это качает, мы выясним прямо сейчас. Разберем два лучших, на мой взгляд, трека и напишем на них два тайпа, которые уже прямо сейчас вы можете послушать в моем телеграм-канале по ссылке в описании либо по QR-коду. Так что ставь видосу лайк, если ждал разбор Салуки, и не забудь написать в комментариях, что я выбрал слишком простые биты. Один из треков это, естественно, «Большие куртки». В плане кача он, наверное, самый лучший на альбоме, потому что он собран из простых элементов, но при этом работает просто идеально. И у этих простых элементов просто офигенный звук. Если послушать просто ударные, это супер бумбэповый бумбэп, но при этом он как современно звучит, так и очень грязно и по-классическому, то есть это идеальное сочетание звука. Разделение на стемы убивает звучание баса, но в треке он звучит прям супер мясисто, он такой перегруженный, он такой весь хрустящий, звенящий. А мелодия, состоящая из одного инструмента, во-первых, имеет свой собственный ритм, а во-вторых, подчеркивает ритм всего остального. Я говорю вот про этот момент. Она звучит с такой оттяжечкой небольшой, очень прикольный момент. То есть именно тот случай, когда простые элементы, каждый из которых способен звучать отдельно, собираются в очень крутую пачку. Ну и главный прикол, это свич во второй половине трека на такой пережеванный прям трэп. Развернутая мелодия, бас, которая расщепляет все, и довольно простой трэп-бит. Это мы тоже повторим, ну и приступаем к тайпу. Возможно, у Салуки не был использован брейк, но я решил использовать вот такой канонический драм-брейк. Он отправляется прямиком в слайсер, который автоматически как-то его нарежет. И я пропишу драмку, ориентируясь в первую очередь на ритм Салуки. Пудум, пудум, тыщ, вот так. Вот типа такого. Вот так. Ну и его звучание чуть-чуть надо допилить транзиент шейпером и каким-нибудь тейп-сатуратором, например, вот этим бесплатным, вот Air Windows. Когда-нибудь про эти плагины я сделаю видос, они того достойны. Итак, задираем атаку, во-первых, довольно сильно. Типа вот так и... А потом вверх очень много вылезает сразу. Потом так или иначе нужно немножечко это прижать клипером. Ой, как много верха. Зато как грязно, но так красиво. Вот так вот без эффектов. Вот так с эффектами. Да, звучит громче и грязнее, но мы впишем это в бит, и это будет офигенно звучать. Теперь к драмбрейку нужно прописать кик. Только есть пара моментов, например, вот здесь. Здесь кик не совпадает с киком в брейке, потому что тут он как бы играет с небольшим опозданием, его нужно будет отловить. Отловил. И вот здесь тоже как будто. Вот так хорошо. Я прилейрил второй кик для жирности, и он на C-sharp. Вот так на C. Вот так на C-sharp. Мне показалось, что так звучит чуть прикольнее. Так что считайте, прописал кик в тон. На кике я сделал что-то типа транзиент шейпера эквалайзером. Вот его фундамент в динамикой поднимается, а все остальное чуть-чуть прижат. Ну и потом он упирается вот в этот клипер, который заставляет его немножко подпердывать. Но у Салуки в драмке много энергии именно в снэре, который практически по голове тебя лупит. И вот я подобрал похожий, и чтобы его энергию, чтобы его хвост вытащить, нужно на транзиент шейпере вот так вот. Вот так задрать сустейшн, вот прям был. И потом все это прижать клипером. А парт его будет просто критически простым. И вот так. С басом чуть сложнее. Я подобрал вот такой ваншот. Естественно, envelope ему покрутил. И пока что он, ну, не звучит достаточно энергично. Даже если его прописать, ну, неплохо. Но он не рычит вообще. Так, чтобы зарычал. В версии 20 делаем ему такую настройку, главная из которых это все-таки биткрашер. Вот этот звон какой-то появился, который мы усилим клипером, на котором типа гейн на максимум, клип очень сильно прижат, и softness на 36, просто на слух. В данном случае клипер это просто перегруз. И да, опять в комментах будет много эффектов, но вот такой эквалайзер есть, который прижимает мид-бас, и вот такой эквалайзер, который прижимает все остальное. А парт у него какой-то вообще критически простой, вот так вот, и в конце можно сделать что-то типа... Ту-дун-дун-дун-дун, типа вот F. Да, вот так. И без обработок это звучит вот так. Ну. А с обработками...
интереснее. И вновь напоминаю, что сейчас я работаю над своим самым масштабным обучающим проектом, который наконец обрел название – Академия битмейкинга. И прямо сейчас над ним трудится целая команда, чтобы все его участники получили уникальный опыт, полноценный интерактив и закрыли все свои проблемы и вопросы с битами. И поскольку он в активной разработке, у тебя есть реальная возможность повлиять на его содержание и помочь мне сделать его еще лучше. И если ты хочешь это сделать или узнать подробнее о проекте, или ты хочешь уже сейчас вписаться на максимально выгодных условиях, то заполняй форму, которая есть по ссылке в описании, и в ближайшее время с тобой свяжется участник моей команды. Так что вперед к форме, а мы продолжаем делать тайпы Салуки. Ну и на самом деле я собрал все в еще одну группу, повесил клипер, повесил драмшейпер. И к этому нужно прописать мелодию, которую я на самом деле уже придумал, что-то типа... Дамскорлок сделали, и нужно ее подстроить. Да, вот так. Тун, вот тут. Да-да, именно вот так. Так вот это потише. Она пусть будет немножко кривой. Но звучит пустовато, нужно добавить какой-нибудь арпеджио снизу. Типа ту-ду-ду-ду. Типа вот так вот. Типа вот такого. Ту-д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 у
Ну, я хочу добавить еще вот такой вот этнический кота, чтобы он играл трэн, какое-нибудь такое. Да, задумчивая мелодия из «Назад в будущее», такой тур-ду-дум. Его нужно как-то обработать. И я знаю, что он должен прям лететь. Но лететь он должен винтажно, так что H-Delay на 1/8 и, естественно, с пинг-понгом и лоу-фаем. И вот такой вот RC-20 с очень жесткой эквализацией и довольно мощным воблом. Ну и ревер. Ну, что его показывать? Вы и так этот пресет 100 раз видели. И в конце он будет... Ту-ру-ту-ту-ту-ту-тун. Да, вот так. Вот скрипочку надо еще назад, чтобы она вот так на одной ноте начиналась здесь и прекращалась. А скрипочка это что? Это Nexus. Только не так, а и не так, а вот вот так. Как я говорил, отмечайте пресеты лайками, чтобы быстрее их находить потом. Отлично. Ну и еще штучка со сплайса, которая, мне кажется, супер в тему. Ну и можно сделать вступление, типа вот так, вот так, вот так, только обрежем мелодию или драмку, что лучше. Вот, да. Ту-та-ту-пам-пау. Вот так, вот так. И нужен звучок, который у меня уже есть. Да, вот он. И он пап-пау будет делать. Да, и... Еще один паттерн такой. Вторая часть бита — это какое-то развернутое, ускоренное месиво из брасов, струнных и какого-то органа. Кроме того, оно еще на полтона выше, что вроде бы мелочь, но добавляет какого-то прикольчика. Начнем с органа. Аккорды там соль минор, потом соль минор сус 2. Вот эту фигню пропишем еще на октаву выше. То же самое на струны, только на октаву выше. И сюда же. Вот такой вот брас, который будет играть одну ноту снизу и две ноты сверху. Вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Выделяем, Ctrl-L, готово. Только вот эти нотки потише. Какая-то эпичная фигня, но с помощью горячей клавиши Alt-Y я развернул все, чтобы потом развернуть все еще раз после ресэмпла. Ну и, собственно, ресэмплим, сжимаем два раза. Только поднимаем не на октаву, а только до D-sharp, то есть на раз, два, 8 полутонов. Stretch. 800. И не забываем ребёрнуть. Примерно то, что нужно. Еще можно накинуть КХС реверса, чтобы звук стал еще более таким немножко дерганым. Мне так больше нравится. И заресэмплим это еще разок, чтобы просто зафиксировать все вот эти изменения. Именно и пич, и реверс, и реверсер, вот это вот все. И нужно сделать ее не такой серединистой, вот так. И вот эту ноту, которая... Вот эту нотку очень надо прибрать. Немножко вот этим плагином прибрал серединку и вроде заиграло. Теперь нужно прописать сюда жирнющий басец. Но перед этим сделаем красивый свитч из вот этой штуки. Делаем ее уникальной и на полтона выше, чем было вот здесь. Теперь нам нужно сделать ту-ту-ту-ту. Типа вот этот разгон будет из обычных штучек. Вот так, вот так и вот так. И убавим. То есть, чтобы они были с нарастанием.
Вот. Потом вот здесь ступит бас, который такой... Вот. Вот так, короче, должно это все звучать. Басец простой спинс, потому что, ну, а че выпендриваться? Только погромче. Да. Та-тун, там, пу-та-пум. Вот что-нибудь такое сейчас супер высокие ноты использовать, типа... Да, ту-ту-ту-тун, да. Ту-ту-ту-тун, это значит триоли. Ту-ту-ту-тун. Только их чуть-чуть давайте сократим, чтобы было вот по отрывисте. Вот это наоборот уходит вниз, чтобы это было вот, вот прям. И с самого-самого верха. Да, да, да. Блин, офигенно. Очень просто, но так прикольно звучит, по-моему. И, короче, можно прописать биток. Биток вообще без изысков. Типа тук-тук-тыщ, это все. Единственное, я возьму вот этот чоп-снэр и сыграю его на супер низкой ноте с супер коротким энвелопом. Но иногда можно добавлять, типа, на обычной ноте тан-та-дан. Да, это будут... Ну, с прикольчиком. Да, вот так. И к ним добавятся еще тк-тк-тк обычные. Типа... Кик я поставлю сильно-сильно реже, чем 808, типа вот так. И вот так. Да, все готово. Под кик можно сделать уничтоженный опенхед, который был убит просто энвелопом громкости и энвелопом панорамы. Еще там есть какая-то такая фигня. Да, вот так там играет. По-моему, неплохо получилось. Первый бит готов. Вот таким получился первый бит. Ставь лайк, если он уже понравился. А мы переходим ко второму биту. И я когда в первый раз этот трек услышал, я такой, это что, Майк Дин? А это что, Канье Уэст? Ничего себе. А нет, это Арни. Но тоже неплохо. А тут Big Baby Type Beat. Еще дополнительный свэк этого трека в том, что он, скорее всего, записал зал своих фанатов в качестве голосового сэмпла для него. Потому что в конце есть вот такой фрагмент. И это реальный свэк. Записать целый зал своих фанатов для своего трека, который, скорее всего, станет хитом, и никого из них не вписать в кредиты. Это достойно уважения. По сути, этот трек состоит из голосового сэмпла Mike Dean Type Bass'а, вот этого перегруженного суперкрутого драмбрейка Big Baby Type Beat'а. И кроме этого появляется второй синтовый бас, который играет вторым слоем, и разные FX-ики, которые тоже очень добавляют вайба. Но самое главное, что это странное сочетание отлично работает, так что давайте это повторим. И для этого у меня есть вот такой вот голосовой сэмпл. Да, я пока не могу записать толпу своих фанатов, но это тоже ничего. Во-первых, подгоним по тональность. Он на D-sharp, нам нужно F-sharp, так что плюс 300 центов. Но становится каким-то некрасивым сразу, супер высоким. Поэтому можно попробовать Stretch Pro. Так получше. То есть он форманту оставляет исходный, а пич поднимает. Подгоняем под темп, все готово. И чтобы сделать его более ритмичным, нужно добавить Shaper Box с пресетом из раздела Trim. Надо поставить на 1/4. Вот так. И микс процентов 50. Для жирка можно добавить Halftime. Ну и, конечно, реверочек. А басок крутится очень просто. Я решил сделать его на Vitaly. Это бесплатный синтезатор типа Serum. Один раз кликнули сюда, заходим в Basic Shapes, ставим вот этот пульс. Только нужно сделать его пониже на 2 октавки. Вот так вот. И добавляем унисон. После этого, в общем, все, ничего не надо больше делать. Но если хочется больше баса, также Basic Shapes. И также минус 24 на синусе. Хочется, чтобы больше передела. Без проблем. Заходим в эффекты. Включаем дисторшн. Чуть-чуть добавляем драйва. И убавляем микс. Все готово. Кроме одного. Обязательно нужно включить легато. Чуть-чуть добавить глайда. И войсет все-таки поставить 1. И еще больше. Да, вот такой глайд звучит отлично. Басок готов. Чтобы он хорошо вписался в микс, хорошо бы чуть-чуть прибрать ему вверх. Самый-самый верх. Отличный звук. В этом тайпе мы будем концентрироваться на более интересных вещах. Например, вот на этом басе, который будет играть примерно вот так. Продолжается. Идеально, мне кажется. Но остались самые прикольные штуки, это драмбрейки, которые должны сделать ту-ту-ту-ту. Первый драмбрейк вот такой. Чё-то пока не очень туф-туф-туф-туф делает. Так что мы его подгоняем, во-первых, по темпу. Нам нужно его подогнать как-то вот так, с включенным стретчем. Уже неплохо. Но он пока нифига не пробивается. И он пока никакой не перегруженный и некрасивый. Так что заходим в него. Первое, что мы делаем, расширяем его просто нещадно. Шикарно. После этого нам понадобится TuTape 7, бесплатный плагин, напоминаю, с двумя покрученными крутилками. А после этого G-Click. И вот мы получили перегруженный широкий звук.
Отлично пробивается сквозь микс, но кое-чего не хватает. А именно хэтиков. Сначала подстроим, они уже готовы, они нашего темпа. Отлично, нам просто нужно растянуть их в два раза, чтобы было... Какой-нибудь из этих звуков, короче, нам нужно использовать. Точно вот этот нам нужен. Туф-туф-туф будет у нас. Эти звуки мы точно так же расширяем жесточайше. Отправляем на тот же канал микшера и убавляем, потому что иначе они будут слишком выбиваться. Вот этот звук сделаем потише. Вот так хорошо. И здесь туду-туду-тум сделаем. И теперь вам серьезно показывать, как делать Big Baby Type Beat после вот этих жестких брейков, которые мы сейчас сделали. Просто Big Baby Type Beat, окей. 808 Play IG. Прямые хай-хеты. Чуть-чуть подыгрывающий второй хэт. Снэр номер один. Снэр номер два. Потише. Еще можно добавить снэр с ревербом. Вот так играющий кик. Но иногда можно добавить второй снэр. Big Baby Type Beat. Но гораздо прикольнее, что после него идет развитие идей баса, который звучит как-то вот так вот. И здесь ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Прям супер высоко. Может, вот так лучше? Да, вот так хорошо. И вот сюда нужен воксик. К счастью, Playa может нам такой предоставить. На нем будет скромный набор из буквально парочки H-delay'ев. 1/16, 1/8 и 1/4. Достаточно длинно. Потом вновь прекрасный кусочек с Big Baby Type Beat'ом, которым тоже может сделать свой воксик. Обработан он точно так же, просто каждый delay чуть-чуть слабее. Хорошо. Потом идет следующее развитие баса. Просто тянется F. А вот это в два раза короче и пониже. И, наверное, и вот так. Да, и вот тут вступает второй бас. Это Serum, это какой-то ретро-вейв. Я, честное слово, не помню, что это за библиотека ретро-вейвовая. Но вот я нашел вот этот басец, который тут отлично подходит. Он будет просто повторять нотки основного баса и звучать вот так. Вот таким получился второй биток. По-моему, он ничуть не хуже, чем первый. Если тебе понравилось видео, один из битов или ты просто хорошо провел время, ставь видосу лайк. Напиши в комментариях, какой трек с больших курток зашел тебе больше всего. Обязательно подпишись на этот канал, если ты этого еще не сделал. И напоминаю, что оба бита можно послушать в моем телеграм-канале по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео.